Волгоград отметил День защитника Отечества артиллерийским салютом и масштабной акцией «Герои нашего времени». Она стала частью одноименного федерального проекта. Его цель – озвучить имена современников, готовых бескорыстно жертвовать собой ради других. Подробности у Дениса Бушуева. Молодой парень, который помог семье выбраться из горящего дома. Многодетная мама, врач, на счету которого сотни спасенных жизней. Девушка с ограниченными физическими возможностями, целеустремленности и жизненной активности которой можно позавидовать. Это их назвали героями нашего времени. И в само понятие геройства организаторы проекта вкладывают очень широкий смысл. Это преодоление обстоятельств, страхов, равнодушия, лени. Главная цель проекта «Молодой гвардии Единой России» – чтобы страна узнала в лицо современников, которыми может гордиться. Проект предполагает нахождение тех людей, наших с вами современников, которые сделали для России большое, могучее, которые своей жизнью доказывают имя герой. И это многодетная мать, которая воспитывает не только своих детей, но еще и приемных. Это сотрудник МЧС, который спас из воды ребенка. Это маленький мальчик, который спас свою семью и друзей от пожара. Проект «Герои нашего времени» стартовал в ноябре прошлого года. Волгоград стал первым городом, который эту инициативу подхватил. Молодогвардейцы в очередной раз доказали, гордиться страной, в которой все мы живем, нужно не только за ее великую историю и культуру. А настоящими героями делают людей поступки, гражданские подвиги на жизненном и профессиональном пути. Сами же награжденные скромно признаются, что секретов успеха нет. Нужно просто быть с верой и целью в жизни. Я стараюсь своих детей воспитывать по слову Божьему. Верующая семья. И поэтому у нас вот такая большая семья. И я все приоритеты и талон я черпаю из слова Божия. Поэтому и успехи наши, и все эти награды, это все слава Богу. И кто, как не герой, знает, каким должен быть человек с большой буквы? Я думаю, это целеустремленный человек-лидер. Человек, который живет не только для себя лично и для своей семьи, но и для блага города, страны. Вот такие они, герои-современники. В нашей области их сотни, уверены молодогвардейцы. Просто пока о них никто не знает. Этот проект позволит увидеть жителям области своих героев в лицо и знать, на кого действительно стоит равняться. Денис Бушуев, Юрий Комочков, Вести, Волгоград.